18 января, минус 10, Ростов. Сейчас с работы пошуршу, блядь. Вот, смотри. Толщина сугроба, вот, на собачьей будке. Блядь, ну это пиздец, короче. Вот, ебать. Ну, такое. 10, да. Ну, где-то 20, 20 с чем-то там сантиметров. Сейчас покажу, что это будет. Нерка, уйди. Отойди, иди, блядь. О, пиздец, это, блядь, мне... Вот, кто-то прошел, ебать, такие глубокие тут эти... Вот я сейчас и поеду. Вот такая вот картина, блядь, ебучая. Это пиздец вообще. Это я еще с утра лопатой тут похуярил. От нехуй делать. Потому что скучно. Жду. Жду сдачи смены, блядь. Все опаздывают. Нихуя еще, блядь, не могут доехать. На дороге, блядь, снегоуборщики не справляются. А я, пиздец, сейчас поеду. Заебись. Ну, у меня, в принципе, 12 километров. Не так уж и много. Но перепады высот будут огромные. Как-то так.